Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик, і рада вітати на стрімі разом зі мною журналіст, телеведучий Євгеній Кисельов. Євгеній Олексійович, приветствую вас. І я вас приветствую. Добрий день. Я традиційно наших глядачів закликаю, якщо не підписані іще на авторський канал Євгенія Кисельова, на нашу YouTube-платформу, просто зараз зробіть це. Ну і так само чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та поширення під цим відео. Актуальні теми продовжуємо ми обговорювати. І, Євгеній Олексійович, хочу почати от з якої інформації. В сети зараз публікують обращення жінки. Вона називає себе племянницею міністра оборони РФ Андрія Білоусова. Вот эта женщина обращается, значит, к своему дяде с призывом остановить войну. Утверждает, что ее зовут Наталья Вертинская. Живет она в США. Канал, который опубликовал это обращение, говорит, что она блогер, но вот журналисты сейчас ищут информацию о таком блогере, не получается ее найти. Женщина на видео говорит, что 10 лет назад жила в Киеве, регулярно посещала Ахмадет, и что в столице Украины до сих пор живет двоюродный брат Белоусова, там же похоронена его бабушка, дедушка и тетя. Ранее такой информации о родственниках Белоусова не было. Но вот по вашему мнению, о чем это может свидетельствовать? И вот этот обстрел российский всей территории Украины, в частности украинской столицы 8 июля, уже окончательно для всех расставляет точки над «и», кто такой Белоусов. Потому что говорили, мол, что с его приходом в Минобороны как-то путинская стратегия ведения войны поменяется. Ну, во-первых, Министерство обороны Российской Федерации не определяют стратегию ведения войны. Строго говоря, Министерство обороны Российской Федерации и не занимается, и не должно заниматься управлением войсками и планированием операций в ходе войны против Украины. Все-таки в России какие-то военные реформы были проведены еще при министре Сердюкове, печально знаменитом. Ну, то есть как печально знаменитым? Он был печально знаменит тем, что в бытность свою руководителем российской налоговой службы занимался тем, что кошмарил разные бизнесы. Облагал их якобы невыплаченными налогами, доводил до банкротства. Вот он был, например, этот самый Сердюков, деятельным участником так называемого дела ЮКОСа, когда крупнейшей частной нефтяной компании, которую тогда возглавлял один из нынешних лидеров российской оппозиции Михаил Ходорковский, вот когда обложили ее налоговыми недоимками, обанкротили, и в результате государство ее по дешевке купило, по сути дела, конфисковало, экспроприировало. Но потом он, как, знаете ли, эффективный менеджер, мерзавцы тоже иногда бывают, негодяи тоже иногда бывают довольно эффективными менеджерами. Вот он был поставлен на Министерство обороны и провел там некоторые реформы, и некоторые военные эксперты утверждают, что эти реформы были на самом деле достаточно эффективными. Короче говоря, вот потом туда пришел Шойгу, и говорят, что часть этих сердюковских реформ он свернул назад, но в любом случае реальным военным планированием и управлением войсками занимается генеральный штаб. Белоусов про другое. Белоусов, грубо говоря, там звено между генштабом и экономикой. Он отвечает прежде всего там за финансирование, организацию, материальное снабжение, прочее, прочее, прочее. То есть тактику ведения войны он точно, тактику и стратегию, я бы даже сказал, ведения войны он точно не определяет. Как, впрочем, и Герасимов, начальник генштаба, слушает пожелания лидера России, Путина. Поэтому пока Путин жив, единственный человек, который определяет тактику и стратегию ведения агрессивной войны против Украины, это Путин. Забудьте про всех остальных. Я вас умоляю. И вас, коллега, и тех, кто нас сейчас смотрит.
В России давно установлен авторитарный режим. Главарь этого режима, Владимир Путин, обладает полномочиями властными, рычагами влияния, которые не меньше, а может быть больше, чем у российского императора были когда-то до 1917 года. По сути, абсолютная монархия сейчас в России. Только короны на бекрень Путину не хватает. Захочет, патриарх Кирилл его по-приятельски коронует. Но это так, шутки в сторону. Да? Ну, а что касается этой женщины, Натальи Вертинской, я вот, честно говоря, никак это не могу прокомментировать. Я думаю, что журналисты, которые находятся, что называется, поближе к месту событий, могут все это в течение какого-то достаточно короткого времени проверить. Если она реальный человек, публичный, который не побоялся записать вот такое обращение к своему родственнику, если он ей действительно родственник, я не думаю, что она будет прятаться от журналистов, и она же, грубо говоря, сама заинтересована в том, чтобы доказать, подтвердить, что она не фейковый персонаж. Да? То, что у Белоусова могли быть какие-то родственники в Украине, даже в Киеве, даже они могут быть там на Байковом кладбище похоронены или на каком-нибудь другом киевском кладбище, в этом я ничего удивительного не вижу, потому что даже у меня в прошлом были ныне умершие уже родственники в Киеве, довольно близкие. Старшая сестра моей покойной матери, тоже сама покойная, уже давным-давно была замужем за киевлянином. И перед войной, я имею в виду перед Второй мировой войной, довольно долго жила в Киеве. Я могу сказать, что там, вот когда я начал жить и работать в Украине, я тоже с удивлением обнаружил, что еще некоторое количество дальних родственников у меня имеется. Ну, когда-то был Советский Союз, когда-то Россия и Украина были частями этого в бозе почившего государства. Так что вы же знаете прекрасно, что среди уважаемых украинских политических и общественных деятелей есть некоторое количество людей, которые родились в России, которые жили, учились в России, потом переехали в Киев. Это все, что называется, неизбежное наследие нашего общего прошлого. Я бы на этом вообще не стал бы, что называется, заморачиваться по этому поводу, не стал бы концентрироваться на каких-то там родственных отношениях, которые с украинскими гражданами могли в прошлом у Андрея Белоусова быть. Я не думаю, что это его как-то характеризует. Разумеется, если только эти люди сегодня не занимают каких-то важных постов, и могут быть причиной утечек информации. Хотя в этом я, честно говоря, очень сомневаюсь. Потому что если бы у Белоусова были какие-то тесные родственные связи в Украине, то его бы не допустили до работы на посту министра обороны. Ну и как там же все спецпроверки проходят, знаете, как в старые советские времена, прежде чем тебя назначают на какую-то высокую должность в правительстве или в администрации президента, ты проходишь проверку, точнее, тебя проверяют. Ты понимаешь, что тебя проверяют и занимаются этим, разумеется, в том числе и спецслужбы. И не дай бог, особенно сейчас, когда такая шпиономания в России, я думаю, что если бы были бы у Белоусова какие-то, что называется, реально действующие по сей день родственные связи, не думаю, чтобы его допустили до работы, предполагающей общение очень частое с самим Путиным и людьми из его ближайшего окружения. Вот так я вам скажу.
Евгений Алексеевич, появились сообщения о том, что расследование Bellingcat относительно российской атаки по Ахмадету, где четко указывается о том, как эта российская ракета Х-101 прицельно била по детской больнице, сейчас это расследование блокирует соцсеть X, бывший Twitter. Можно ли считать это элементом этой дезинформационной кампании Кремля по тому, вот они же пытаются сейчас всех убедить о том, что, в том, что это была не российская ракета. Так вот, Илон Маск, соцсеть X, бывший Twitter, может ли быть тоже в этой всей кампании задействовано? Ну, а вы как думаете? По-моему, может, потому что человек, он эксцентричный, экстравагантный, сегодня говорит одно, завтра говорит другое, сегодня позиционирует себя как двигатель прогресса, как человек, который уже живет там не то что в 21-м, а чуть ли не в 22-м веке. При этом мы же знаем, что у него есть определенные проблемы с психикой у Илона Маска, да, говорят, что он чуть ли не аутист в какой-то мягкой форме. То он Трампа хвалит, то он Путина любит, то он грозится установить какие-то цензурные рогатки и препоны в своем этом самом эксе, бывшем Твиттере. То он, наоборот, говорит, что у меня не будет никаких препон и никаких попыток цензурирования информации. Черт его знает. У меня такое ощущение, что, извините за грубое слово, с этой историей про пропагандистскую кампанию русские уже давно хорошенько обосрались. И никому уже на Западе особенно не нужно доказывать, что Россия нанесла ракетный удар по абсолютно невоенным, а стопроцентно гражданским, мирным структурам в Киеве. Прежде всего, вот мы с вами обсуждаем о том, что случилось в воскресенье. Так, Понедельник. Да, простите, что случилось в понедельник? Извините, работаю без выходных, поэтому иногда сбивается в голове, какой у нас сегодня день и что, какой день был вчера. Так вот, мы говорим о ракетном ударе, который был нанесен по нескольким объектам в Киеве утром, понедельник, 8 июля. Так, вот я видел газеты, я видел первые полосы журналов и газет, которые вышли на Западе на следующий день. Я видел, что сообщают информационные агентства, крупнейшие мировые информационные агентства Associated Press, АП, там, France Press, Reuters и так далее. Там все ясно. Там, если какие-то версии обсуждаются, то в виде насмешливой реплики в конце информационного сообщения о том, что... А вот в Кремле все отрицают, и Песков говорит, что нас там нет, это украинцы... Антиракета. А? Новый термин появился. Ну вот, короче говоря, это вот все, что говорится сейчас в Москве, обращено, как я считаю, прежде всего на собственное население, на вот это вот самое... Как говорил, это я все время забываю, замечательное было выражение у покойной Валерии Ильиничны Новодворской. А, народные массы трусливы и слабоумны. Чудное совершенно выражение. Да? Вот народные массы, живущие сегодня в Российской Федерации, уж простите меня, некоторые люди, которые сейчас оскорбятся, но вот народные массы сегодняшней России трусливы и слабоумны. И изрядно обработаны кремлевской пропагандой. И ее продолжают отрабатывать. Да? В таком духе, что уже всем доказали, что уже все эксперты авторитетно заявили, что это была ракета ПВО,
что это была никакая не ракета Х-101, а это была украинская ракета ПВО, которая вот промахнулась по российской ракете, долетела там куда-то до небес, потом перевернулась и пошла к земле. Ну, это все несерьезно, потому что любой ответственный военный эксперт, любой там специалист-ракетчик вам скажет. Причем вы имеете в виду, что сейчас мы имеем дело с случаем, когда имеется очень хорошего качества видеосъемка, запечатлевшая момент удара ракеты по Ахмаддету. Да? Там на стоп-кадре видно, что это за ракета, какая она формы. Да, как, это типичная ракета Х-101. Никаких сомнений в этом нет. А чего там они говорят у себя? Бог ты мой, ну, продолжают оскотинивать людей, которые так уже отчасти оскотинились. Некоторые с радостью. Да-да-да, это я вам говорю. Если меня кто-нибудь сейчас смотрит из российских зрителей, оглянитесь вокруг себя и в себя загляните, любезные. А не оскотинились ли вы? У меня такое ощущение, что оскотинились, потому что когда я вижу, как в том числе, увы, и некоторые мои бывшие друзья и знакомые, и коллеги бывшие, и бывшие родственники, да, спокойненько так постят у себя в Фейсбуке фотографии с приемов, вернисажей, балов, рассказывают, как они замечательно проводят выходные, постят свои фотки с подмосковных пляжей, рассказывают о своих путешествиях и так далее и тому подобное, как будто бы кто-то другой, а не их страна, ведет чудовищную, кровавую, преступную войну против Украины. Да, конечно, можно сказать, что там очень... Все напуганы. Ну, для того, чтобы быть напуганным, надо быть трусом. Смелого человека напугать не так-то просто. Совестливого человека напугать не так-то просто. И все эти разговоры о том, что мы держим фигу в кармане, меня совершенно ни в чем не убеждают и не радуют. Потому что не всегда это прилично. Не всегда это порядочно, не всегда это нравственно держать фигу в кармане. А что делать? Ну, я не знаю. Я вас на баррикады не зову. Я на это морального права не имею, находясь в относительной безопасности. Далеко. Но баррикады возможны сейчас? А? Баррикады сейчас возможны? В России? Сейчас нет. Сейчас нет, а... Завтра, не знаю. Понимаете, я жил в Советском Союзе. Я помню, как тогда тоже боялись, тогда тоже прятали голову в песок, тогда тоже сидели и исключительно шепотом ворчали по кухням или там слушали вражеские голоса, так называемые. Да? Но ничто не обещало того, что на завтра народ начнет бунтовать, выходить на улицу, участвовать в массовых митингах и демонстрациях. Я помню, как в ноябре 87 года, ну, человек, ну, я не знаю, ну, может быть, 1010 вышло на первую разрешенную альтернативную демонстрацию на 7 ноября. Вот раньше в Советском Союзе был главный праздник 7 ноября, годовщина очередная праздновалась Октябрьской революцией, большевистского переворота. Да? И вот уже, можно сказать, на подъеме горбачевских демократических реформ, ну, может быть, так это слишком громко их называть демократическими реформами, но это была попытка демократических преобразований, попытка придать советскому социализму некое человеческое лицо. И вот впервые была разрешена альтернативная демонстрация праздничная на 7 ноября под какими угодно там собственными лозунгами, какие организаторы считали нужным
поднять над толпой, да? Я просто очень хорошо это помню, потому что я как репортер тогда делал сюжет, информационный сюжет об этой демонстрации. Ну, она, конечно, по тем временам производила впечатление, но, повторяю, ну, 10 человек, которым разрешили пройти, скажем так, по касательной центра Москвы. И ничто тогда не предвещало, что пройдет буквально 3 месяца, и в Москве будет демонстрация в 1 000 000 человек. Вот реально, в 1 000 000 человек под лозунгом «Отменить власть КПСС», «Запретить 6-ю поправку Конституции СССР», которая фиксировала руководящую и направляющую роль коммунистической партии во всех сферах жизни общества. Поэтому, вот вы знаете, вот очень многие события, которые произошли тогда, были абсолютно неожиданными, абсолютно непредсказуемыми, и казалось, ничто это не предвещало. Понимаете? Все пытаются найти, да. В России теоретически может быть все, и могут быть любые сюрпризы. Вспомните, но это уже на вашей памяти должно быть, Ален, ничто не предвещало в декабре 2011 года, что вдруг в России вспыхнут оппозиционные митинги и демонстрации. Вот ничто не предвещало. Для меня это был колоссальный сюрприз. Просто колоссальный сюрприз. Я уже был тогда, уже несколько лет, как жил в Украине, в Киеве, работал на украинском телевидении. И сам смотрел вот из киевского далека с открытым ртом на неожиданный поворот событий в моей прежней родине. Но вы знаете, что я вам скажу? Единственная надежда, которая у меня вот сегодня реально есть, это некий набор эпизодов моего общения с людьми, которые остаются там жить, с людьми при больших деньгах и при определенном влиянии. Вот люди, в том числе входящие в российский список Forbes. Не буду называть фамилии, разумеется, но я вам одно скажу, что там каждый второй, если не больше, Путина ненавидит, так же, как мы с вами. Но живет при этом в страхе. Потому что чем больше у человека денег, чем больше у человека какого-то влияния, тем больше он боится подчас. Евгений Алексеевич, а в страхе все-таки или в выгоде? Потому что вот Bloomberg недавно писал о том, что российские бизнесмены сейчас получают 11 миллиардов долларов дивидендов на подъеме военной экономики. И в принципе неплохо они устроились, увеличили свои капиталы. Ну, там идет речь, я видел эту публикацию, там идет речь всего-навсего о нескольких людях, причем людях, я бы так сказал, особенно одиозных. Например, там господин Потанин, человек, который прославлен своим политическим цинизмом, своей фантастической неразборчивостью, ну и, в общем, абсолютной аморальностью. В широком смысле этого слова. Ну, послушайте, в бизнесе, в любой стране всегда есть такие люди. Это касается не только России, но это касается и Украины, и стран Запада, которые Украине сейчас помогают. Это касается и Соединенных Штатов Америки. Это касается в некотором смысле и возможного будущего президента США, если Трамп победит на выборах в ноябре этого года. Мы же знаем, что как человек Трамп едва ли может считаться ангелом во плоти. Правда? Понимаете, я считаю, что все-таки во главе угла стоит страх, а не деньги, да, потому что, ну, все эти люди достаточно обеспечены уже по жизни, чтобы лишиться привычного комфорта. То есть на то, чтобы в тепле, уюте
сытости и прочем достатке дожить до конца дней своих, у них у всех по 10 раз денег хватит. А поэтому я полагаю, что... Ну, я при этом делаю поправку, что на самом деле, знаете, вот очень часто в жизни бывает, человек делает что-то, потому что он делает это по привычке, а привычка становится второй натурой, да? Привычка свыше нам дана, замена счастью, она писал поэт, да? Так вот, я хочу сказать, что знаю очень многих бизнесменов, которые продолжают зарабатывать деньги просто потому, что это их натура вторая, да? Потому что вот они не могут себе представить жизнь без зарабатывания денег. В масштабах бизнеса, разумеется, да, вот в масштабах доходов, прибыли, капитализации. А страх за свою жизнь, я думаю, что это основное. Люди могут даже себе в этом не признаваться. Они могут говорить на публике, что я забочусь о своем бизнесе, у меня лежит на плечах ответственность за тысячи моих сотрудников, за десятки тысяч. Есть бизнесы, у которых десятки тысяч сотрудников. Да? Я вот за них отвечаю, поэтому я не могу рисковать, я не могу идти на конфликт с властью. Я должен прислушиваться к тому, что эта власть мне говорит. Но ведь на самом деле боятся-то они того, что вот посадят их на 10 лет, как посадили Ходорковского, да? И им не вытянуть эти 10 лет. Особенно там тем, кто не молод, кто понимает, что такое российская тюрьма и как в российской тюрьме человека не то что за 10 лет, а за полгода могут превратить в животное. А вот смотрите, страх или экономическая выгода. Что руководило индийским премьером, когда в день вот этой вот массированной атаки российской по территории Украины, когда Х-101 российская, о которой мы уже говорили, прилетела в Ахмадет, именно в этот день Нарендра Моди обнимался, целовался с Путиным, смотрел представление с лошадями, которое Путин ему демонстрировал. Вот ну, это как прокомментируете, да? Я полагаю, что Моди поехал в Москву, встретился с Путиным, о чем-то там поговорил, о чем-то там то ли договорился, то ли не договорился, исходя из национальных интересов, интересов безопасности страны, где он работает премьер-министром. Китай – главный соперник Индии. У Китая с Индией... Нарендра Моди защиту поехал к Путину искать? Нет, нет. Ну, зачем же защиту? Послушайте, Индия – великая азиатская держава. Экономика Индии, может быть, не так велика, как китайская, но это тоже огромная, большая экономика. В Индии больше людей уже сейчас живет. Индия по количеству населения обогнала не так давно Китай. Это самая большая по численности жителей страна мира. Там, повторяю, мощная экономика. Она вообще странная такая, удивительная страна. Страна, которая благодаря английским колонизаторам восприняла значительную часть ценностей европейской цивилизации, во всяком случае, с точки зрения там, государственных институтов, разделения властей. Вот Индия – парламентская республика, в Индии проходят, в общем, относительно честные, прозрачные парламентские выборы, там многопартийность, там независимый суд, между прочим. Там очень много всего того, что любая страна на самом деле. У нас, увы, несколько упрощенный взгляд вот к тому, что такое колониализм, каковы в реальной жизни отношения между колонией и метрополией. На самом деле
в разных историях разных империй было и хорошее, и плохое. Не случайно же многие бывшие английские колонии хотят оставаться членами Британского Содружества Наций. Не случайно некоторые заморские территории Франции хотят оставаться заморскими территориями Франции, не становиться независимыми государствами. Не случайно в Африке есть огромное количество стран, которые прежде были британскими колониями и в те времена жили весьма благополучно и с достатком. А сейчас каждая вторая, по-моему, стала failed state, несостоявшимся или там провалившимся государством. Короче, вот Индия, повторяю, страна, которая очень много полезного для себя почерпнула от бывших британских угнетателей, но при этом вот это удивительно, но в Индии процветает коррупция, причем она пронизала жизнь общества сверху донизу, и коррупция весьма распространена, как рассказывают путешественники, на каких-то там вот элементарных низовых уровнях. Там приходишь в кассу купить билет на междугородний автобус или на поезд, билетов нет, да, но тут же их можно купить за небольшую взятку, ну и так далее. Бытовая коррупция огромная там. И много всего другого. Сказать, что Индия – это идеальная демократия с абсолютной свободой граждан во всех областях, было бы некоторым преувеличением. Да и господин Моди, он лидер с достаточно авторитарными замашками. Но при этом, то, что я пытаюсь сказать, она самостоятельный игрок. Она ведет борьбу с Китаем за политическое и экономическое влияние в Азии. И, разумеется, если Россия со всеми потрохами становится вассалом Китая, это усиливает Пекин и ослабляет Индию. И вполне вероятно, что для баланса интересов, прежде всего, в своем регионе Моди и ездил в Москву. Обратите внимание, очень важная деталь. Не состоялись переговоры в составе премьер-министра Индии плюс его делегация, Владимир Путин плюс его делегация. Об этом даже Песков заявил специально, сказал, что они все обсудили на двусторонней встрече, там один на один. А мы поверили, да, что... Ну, Путин у нас вообще знаменит тем, что он любит вникать в мельчайшие подробности любого вопроса, который он собирается обсуждать или на котором он собирается выступать. Не думаю, что это свойственно и индийскому премьеру. Потому что индийский премьер – публичный политик, а у публичных политиков просто физически не бывает такого количества времени, чтобы так готовиться по любому обсуждаемому вопросу для переговоров или для внутренних служебных совещаний. Короче, я полагаю, что они поговорили о чем-то, да? Полагаю, что им обоим стало понятно, что есть много вещей, которые можно было бы обсудить в составе делегации, но, очевидно, имеются серьезные противоречия, которые нельзя будет преодолеть. А встречаться в составе делегации и потом объявлять, что мы ни о чем не договорились, а это будет вынуждено, едва ли разумно. Вот поэтому... Как кто-то написал из моих коллег, Моди посидел с Путиным, поговорил, понял, что у него в голове бегают огромные тараканы, и что есть масса вещей, которых он не осознает, не понимает и искренне вот пребывает в полном отрыве от реальной картины мира.
Ну и, собственно, взял и уехал. Кстати, когда Си последний раз приезжал в Москву, была, по-моему, точно такая же история, если я не ошибаюсь. То же самое. Планировались переговоры один на один и в составе больших делегаций. А потом в составе делегации они не встречались. Вполне вероятно, что и Си тогда послушал Путина и понял, что человек живет в придуманном мире. И едва ли есть смысл продолжать технические переговоры по каким-то конкретным узким вопросам. Какова цель, как вы считаете, Орбана и его вот этих визитов? Был в Киеве, в Москве, в Пекине, вот уже в сети X бывший Twitter пишет он, что миротворческая его миссия, это дословная цитата, продолжается. И сегодня он, в частности, встречался уже в Вашингтоне с Эрдоганом, говорил о том, что обсуждал Украину. В то же время французская «Эль Паис» со ссылкой на письма Орбана, которые он отправил руководству ЕС после своих поездок в Москву и Пекин, пишет о том, что якобы в этих письмах Орбан пишет, что Путин и Си Цзиньпин считают, что до конца года между Украиной и Россией могут состояться переговоры. Какова роль Орбана, какова роль этих его писем? Он чье-то задание выполняет? Это его собственная инициатива? Если собственная, то цели каковы? Вы знаете, я полагаю, что Виктор Орбан прежде всего думает о себе, о своем политическом настоящем и будущем. Сейчас Венгрия председательствует в Евросоюзе. Каждая страна Евросоюза раз в 14 лет на протяжении полугода председательствует в этой организации. Это в значительной мере штука такая церемониальная, ритуальная, но там определенный вес и значение во всяком случае, во внутриевропейских делах председательствование в Евросоюзе имеет. Орбан этим, по-моему, хочет еще воспользоваться для политического самопиара. Я при этом допускаю, что, может быть, когда был визит Си Цзиньпиня в Европу, вы помните, он приехал в Париж, он приехал в Сербию и он приехал в Венгрию. Не помню точно, какой был порядок, но совершенно очевидно для меня, что Пекин не случайно выбрал вот эти две страны, Сербию и Венгрию, для того, чтобы там побывать и поговорить с лидерами этих стран о чем-то, о чем мы можем только догадываться. Но вполне вероятно, что Си рассматривал эти две страны как, ну, если угодно, окна, которые уже прорублены в Европу в каком-то смысле. Да? Две страны, где у власти находятся люди, близкие к Путину, близкие к России, которых можно назвать политиками, в большей степени относится это, конечно, к Орбану, но и там у власти политики с элементами, мягко говоря, авторитарного стиля управления. И я допускаю, что, может быть, Си о чем-то попросил Орбана, может быть, о чем-то договорился, может быть, даже какой-то был у них проработанный сценарий. Время покажет. В любом случае, никакой официальной миссии у Орбана нет, это его личное предприятие. То есть его Евросоюз, Еврокомиссия ни на что подобное не уполномачивали.
Но он самостоятельный политик и волен делать все, что угодно. Вашингтон, он в конце... Я одно вам могу сказать, что у меня нет никаких сомнений, что в Вашингтон он приехал не с какой-то там особенной миссией, а просто потому, что в Вашингтоне проходит юбилейная сессия НАТО, Венгрия член НАТО, и, разумеется, на встрече руководителей государств и правительств членов НАТО Венгрия должна быть представлена своим премьер-министром Орбаном. Разумеется, что он, как и многие другие лидеры разных стран, присутствующие в эти дни в Вашингтоне, могут проводить какие-то встречи, контакты, причем, возможно, контакты в том числе и неофициальные. Не знаю, я фантазирую, но, скажем, Орбан лично знаком там с Биллом Клинтоном, например. Я думаю, что Орбан знаком и с Обамой. А и Клинтон, и Обама по-прежнему влиятельные, если угодно, там теневые фигуры. Бог его знает, может быть, он договорился с одним позавтракать, да, а с другим поужинать. Мне не раз приходилось бывать по журналистским делам в Америке, прежде всего в Вашингтоне. И я примерно представляю, как очень многие вещи там устроены и как они работают. Да, вот в Вашингтоне есть несколько гостиниц, куда не попасть позавтракать в ресторан гостиницы, потому что это места, где собираются, что называется, вот такие пауэр-брокеры, люди, которые ворочают, воротилы, так сказать, американской политики, и они там между собой встречаются, с нужными людьми встречаются, с иностранными визитерами встречаются. Вот такой политический завтрак – это особая институция в жизни американской столицы. И точно так же потом эта публика вечером расходится по ресторанам, ну, где, скажем так, принято встречаться политикам американским и зарубежным между собой и о чем-то договариваться, зондировать почву, собирать информацию. Я, безусловно, уверен в том, что и Орбан этим занимается. А какие задачи он решает, я не думаю, что он решает какие-то задачи в интересах Путина. Я в это не очень верю. А вот я допускаю, что у него могут быть какие-то договоренности с председателем КНР Си. Угу. Вот. С товарищем Си он мог договариваться о чем-то и мог вести какие-то переговоры. Но это только мои догадки. Поверьте, за этим никакой серьезной информации нет. Я могу только констатировать, что все эти встречи и контакты проходят, ну, в условиях достаточной закрытости. Евгений Алексеевич, благодарю вас за, как всегда, интересную беседу, за то, что находите время и возможность своими мыслями делиться с нашими зрителями. Спасибо вам. Как говорится, всегда в вашем распоряжении. Євгеній Кисельов, журналіст і телеведучий, був разом із нами на стрімі. І ми традиційне звернення до наших глядачів. Якщо не підписані на авторський канал Євгенія Кисельова, на нашу YouTube-платформу, зробіть це обов'язково. І так само чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та поширення. Та кожен із вас сприятиме популяризації цього відео.